Сегодня свой профессиональный праздник отметили судебные приставы. Торжественная встреча – повод подвести некоторые итоги работы. За год в ведомстве добились неплохих результатов. Подробности у Дмитрия Ковалева. Судебные приставы подтверждают на деле, что закон неотвратим. С начала этого года ведомство взыскало с должников более 6 миллиардов. Треть этой суммы – бюджетные долги. В ходе исполнения решений судов судебными приставами выявлено более 5 тысяч административных правонарушений. Возбуждено более 500 уголовных дел. Благодаря работе судебных приставов десятки тысяч граждан нашей республики восстановили нарушенные права. Ведомстве наладили и эффективную работу по взысканию алиментов и долгов в сфере ЖКХ. На счету судебных приставов республики тысячи завершенных дел. Ускорению процесса во многом способствуют автоматизированные системы. В режиме реального времени обеспечивают представление информации о наличии исполнительного производства путем сервиса «Банк исполнитель производств». Несмотря на развитие информационных технологий, главная наша сила – это люди, которые работают у нас. Это судебные приставы по ОПДС, старшие судебные приставы. Глава республики отметил, что перед приставами стоят новые задачи, но приоритеты службы неизменны. И самая главная наша задача – задача судебных приставов, задача органов правопорядка, прокуратуры, судебных органов – разрешая разные спорные вопросы, обеспечить законность выполнения, обеспечить защиту интересов, прав и законных интересов граждан. Лучшим работникам вручили почетные грамоты, благодарности и знаки отличия. Отметили и заслуги ветеранов ведомства. Зоя Юрасова стояла у истоков службы. Судебным приставом она проработала более 40 лет. Главный результат – то, что я воспитала большое поколение судебных приставов. Большое поколение. Вот. И сейчас смотрю на них, мне радостно. Вот 3 года я здесь не была. И сейчас пришла, все так довольны, все рады. Служба судебных приставов пополняется молодыми работниками. Большая часть сотрудников – недавние выпускники вузов. Дмитрий Ковалев, Игорь Зверев, Республика.